О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. В прошлом видео я затронула тему мяса. Вы услышали мою точку зрения, и я утверждаю, что злом мясо может быть в принципе, в том случае, если человек им злоупотребляет. Ну, об этом я говорила в прошлом видео, поэтому, кто не смотрел, можете посмотреть. А сегодня я бы хотела немножечко расширить эту тему употребления, точнее, злоупотребления мясом, и рассказать о тех вредных, точнее, опасных для здоровья и жизни людей последствиях, которые возникают в результате злоупотребления мясом. Как я уже говорила в прошлом видео, мясо – это животный белок, который трудно расщепляется, поэтому в связи с тем, что человек употребляет слишком много мяса, у организма не хватает столько пищеварительных ферментов, желудочного сока, желчи, слюны для того, чтобы расщеплять все это огромное количество животной еды. Поэтому часть животной еды расщепляется и уходит по своему назначению. Часть же, увы, не расщепляется до конца и остаются недорасщепленные остатки животной пищи в желудочно-кишечном тракте. Ну, в частности, в кишечнике. И поскольку кишечник человека длинный, животный продукт находится в кишечнике очень долгое время, даже больше суток, то нерасщепленные остатки животной еды в кишечнике загнивают, как, в принципе, будет гнить любая живая животная плоть, которая не прошла полного цикла расщепления. Результатом гниения животной еды в кишечнике является образование гнили, собственно, да, или гноя. Гниль и гной – это однокоренные слова. То есть это патогенная слизь, которая сильно загрязняет стенки кишечника, которая является причиной различных воспалительных процессов. То есть вы понимаете, что гниение – это процесс, которого в кишечнике в принципе быть не должно, но оно там по факту есть, и оно вызывает самые различные заболевания. И потом люди удивляются, почему так плохо пахнет в туалете после них, да, после того, как они сходили по-большому. Почему бывают различные неприятные ощущения в кишечнике. Почему, в конце концов, возникают самые разные, ну, недомогания, недуги, симптомы, синдромы и так далее. А все потому, что грязный кишечник является причиной плохой работы выделительных функций и других выделительных систем. Кишечник, как основная выделительная система, отвечает за хорошую слаженную работу выведения отходов из других, со всех частей организма человека, то есть со всех других его выделительных систем: печень, почки, дыхательная система, кожная и так далее, и так далее. Люди очень, как правило, не отдают себе отчета в том, что работа кишечника, она очень тесно связана с работой других выделительных систем, и не только выделительных, всего организма. Поэтому вот это вот главный затор, который создается в кишечнике, главное такая клоака, да, из-за вот этого процесса гниения хронического, причем она и ведет к тем самым опасным последствиям, среди которых может быть как онкология, так и другие опасные заболевания для жизни человека. Именно поэтому я считаю, я на этом настаиваю, что тема очищения кишечника должна быть основополагающей, когда мы говорим об оздоровлении человека натуропатическими способами, то есть методами, не связанными с медициной, с какими-то лекарственными воздействиями. Темой очищения я занимаюсь уже 5 лет, у меня уже есть довольно неплохой
опыт как собственного очищения, так и этой практики среди моих клиентов. Поэтому мне есть что сказать по поводу очищения, и в частности сейчас идет набор на курс очищения организма, и если эта тема вам интересна, вы можете посмотреть подробную информацию внизу в описании видео, а также перейти по ссылочке на страницу презентации моего нового курса «Очищение организма». Спасибо вам за внимание, будьте здоровы! Пока, до встречи, и посмотри еще вот это видео. Увидимся!